Соника, Hedgehog Girl. Привет, девчуля! Добро пожаловать в My Sonic X, безумная девочка игра! Меня зовут Ледяной Кусерстя! Придите в Настю с игру, я сказать важная веся! Возраст 17 лет, потому что тут ругательство, сумасшедшие рети и прочее говно. А меню немножко некомфортно. Спектакль, некомфортный спектакль в меню какой-то. Они будут в очередь после моих слов. Если тебе не нравится Sonic X тема или похожая в этом, пожалуйста, не играй. Спасибо, что меня слушал. Желаю тебе хорошей игры. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И это было вступление от разработчика, блистательное просто, к игре, которая называется Sonic X, безумная баба. В общем-то, вот она. Вот она своими безумно девчачьими ножонками, значит, топ-топ-топ, после того, как хлоп-хлоп-хлоп, чвяк-чвяк-чвяк, огромное количество несчастных зверей. Ну, давайте посмотрим. Старт, начнем, пожалуй, да? Как тут? Вот старт, поехали. Z надо нажимать, да? Окей. Нажимаем Z. Sega, да? Страшная логотипа. Страшная логотипа Sega, да? Ну, я почему-то в женском роде про логотип. У нас все в женском роде. У нас Sonic в женском роде, логотип в женском роде. Это нормально. Соника! Hedgehog Girl! Привет, девчуля! Расскажи мне, пожалуйста, ты бывший Соник, который сделал операцию по перемене пола? Или ты просто из параллельной вселенной женская версия? Мне интересно. Неизвестно. Наверное, мы никогда этого не узнаем. Можем сами думать, сами гадать. Какое красивое место. Кажется, его зовут Грин Хилл. Но какой же прекрасный вид, черт возьми. Ну окей. Я так думаю, что это ненадолго. Потому что пришли мы. Сейчас мы найдем себе экзектора на свою несчастную девчачью жопу, да? Экзектор, что там внизу такое? Телевизоры там показывают. Внизу телевизоры, между прочим. О, там аж две жизни, да? Ладно, ну пока мы не будем заморачиваться с тем, где они находятся, что как, да? Давайте мы пока просто попробуем вот за нашу Сонику! За нашу Сонику побегать. А, понятно. То есть тут просто прямо и все. Ну окей. Это забавно. Ни животных, ни бадников. Так странно. Интересно, чего здесь еще нет? Ну, как минимум, нормальных цветов. Те, что тут есть, они какие-то мутанты. Кивают головой. Ха! В тебя вошли сзади. Как приятно. Мне нравится это тело идеально. Никто не будет подозревать невинную девочку за убийство. И я знаю, кто будут мои жертвы. Я попытался перейти резко на девчачий смех, но почему-то вышел обезьяний. Уж не знаю, как так получилось. Поехали. Значит, наша следующая цель — это Соник, я так понимаю. Обычный Соник такой, стандартный. Так, ну то есть мы точно знаем, что это место клевое. Зовется Грин Хилл. Как и Грин Хилл. Хорошо, что я сюда пришел. Я могу погонять вокруг этого места. Соник, ты там? Ты меня слышишь? А где он там? Привет, Тейлз, да, я слышу. Я тут просто наслаждался видом. А где ты вообще находишься-то? Я отдыхаю в Palm Tree Countryside. Хотел бы я, чтобы ты был тут и тоже посмотрел. Я верю, Соник. Но я сваливаю, пока. Ох уж этот технарь Тейлз, недоступны ему красивые виды, да? Пока, давай береги себя. Я думаю, я тоже пойду. Соник, Соник, быстро приходи к острову ангелов. К несчастью, у меня нет времени на разговор. Соника, я скоро приду, как буду как ветер, не бойся. Что-то там сзади вылезло, что там сзади вылез? Я тоже приду. Я буду сладкой смертью для тебя. Мне будет наслаждением смотреть, как ты гниешь и страдаешь. Ни хера замашки. Подождите, так я не понимаю. Я думал, он сейчас поедет к ней, она его сделает экзе, а тут... А тут мы уже становимся экзе, и мы идем к ней, чтобы сделать ее экзе, тогда как она уже экзе. Я что-то не понял. Я что-то не понял. Или это начало? Или мы сейчас подойдем? Не-не-не, подождите. Нет, мы же видели прекрасно, как она стала экзе. Ее завладела какой-то женский силуэт.
То есть это сейчас идет не предыстория. Это не предыстория. Это тут как-то странно. Причем он, смотрите, он не просто экзе, он какой-то желтолицый экзе. Какой-то желтокзе, понимаете? Какое-то желтое экзе, вот просто. Чего у него глаза желтые? Вот хрен его знает. Это неизвестно. Тихо. Это неизвестно. Стоп! Шипы. Шипы мы обходим стороной. Обходим мы шипы. Здорово. Как ваши дела? Как ваши ничего? Хер знает, да? Ну, короче, тут какой-то додик тут, это самое, это тейлзовский. Тейлзовского, скажем так, характера додик какой-то. Стоит, ничего не говорит. Ну, мы идем дальше, в общем. Давайте идти дальше, направляться. Чё тут? Самолетик, полетели отсюда нахрен. Нам нужно спешить. Не бойся Соника. Твой Соник приятель идет. И он несет тебе чудо. И это твоя смерть. А-ха-ха-ха-ха. Ну, понятно. Экзешные злодеи, да, они в своем репертуаре, они по-прежнему продолжают, что называется, угрожать постоянно. Да кто вот эти додики? Чего они встали тут, я не понимаю? Что ты встал, объясни мне? Что ты тут стоишь? Почему здесь танцуют в растении? Просто, что происходит, я не понимаю. Что за наркоманское чудесное место? Ой. Так, погоди, давай. Ну, давай вот это вот тоже. Ага, хрен нас два. Ладно, короче, прыгаем. Стоп! Перепрыгиваем. Что это такое? Я не понимаю. Она ведет невидимый автомобиль или что? Ты совсем поехала, что ли? Два додика, блин. Просто невозможно. Ладно, давай, подходим. Та-та-та-та. Жертвоприношение животных. Та-ра-ра-ра-та-ра-та. Кто это сделал? Это может быть мудила, который работает здесь. Безумие. В моей голове я самый главный. Что? Я требую центральной сцены. И все равно я... И тогда я прекращу нервничать. Моя сука, женский ёж идет. А, он ревнует, что она всех поубивала, а он хотел вместо нее, да? Понятно. Та-та-та-ра. Расчлененные бурундучки! Та-та-та-та. Привет, Соник. Я так рада, что ты здесь. Привет, Соника, да. Я поторопился. Кто вот это сделал? Я бы убил за плохое что? Покажу позже, у меня сюрприз. О, серьезно? И у меня тоже для тебя сюрприз. Так, и что будет, я не понимаю. О, они оба злые, как бы. Они уже оба злые. Я это сделала? Ты копия меня, мудила! Ты, бас... Ублюдина! Но я тебя трахну. Эта игра играется двумя из них. Что за срань вообще происходит? Я ничего не понимаю. Ой, стоять. Так, подождите, я должен ее победить как-то, да? Ну, а я могу как бы вот так взять вот так вот и разогнаться и... А, понятно, хорошо. Так, а что я, может быть, я должен сзади ее как-то долбануть? Я что вообще должен делать? Ну, здесь вот, смотри, здесь какая-то платформа... Да, была? Вот платформа, хорошо. Давай залезем наверх. А, класс. Ну, замечательно. Понабрал я всякого говна. Зачем я это сделал, спрашивается. Давай вот с этой хренью тогда на нее. Тихо! В жопу ей! Че, не сработало, да? По голове! Да я не понимаю, а что делать-то? Ой. Что-то я немножко сдох. Подождите, что-то... Соника что-то какая-то безумная была. А-а-а, бегает там своим молотком. Ты что, баба, дура что ли совсем? Успокойся. Что ты носишься туда-сюда, объясни мне. Что ты носишься, как будто сейчас пропоносишься? Что за поведение? Так. Не пойму. Сверху прыгать нельзя. Сверху точно прыгать нельзя? Да, на молот я вот, видите, упал. Ну давай-ка на бошку прям. Во! Надо прям четко на бошку упасть, понятно? А как же это так прицелиться-то? Это, чтобы вы понимали, это не так-то просто. Ну-ка. Ага. Ага. 60% здоровья у него уже. Так. Ну чё? Нормально. Это было непросто, но это выполнимо, да? То есть не касаться ног, не касаться молотка ее замечательного, а просто так на гол. Вот пизда тупая, отстань от меня! Ты что делаешь? Что это было вообще? Я не... Тварь, а? Ты посмотри. Так, еще раз сейчас попробуем. Ну-ка, тихо. Так, иди сюда.
Сюда иди-ка. Бах. Ой, отлично. Смотрите, 90, да, у него здоровье? 80. Подождите, но у него все равно, смотрите, и у меня уменьшилось здоровье, но у нее уменьшилось. 70. А, не, у нее уменьшается здоровье. Все нормально. Я-то думал, что мы ей вообще никакого повреждения не наносим. А мы таки наносим. Понимаете? 60. Все, так я сейчас ее победю. Сейчас ее победю легко. Кролик, ты будешь отомщен, кролик. Хотя я сам злодей, и я бы тебя с удовольствием бы так же распотрошил, но... Как видишь, кролик, я опоздал. Ну все, давай, вот, хватаем колечко, еще колечко. На всякий случай. 40 здоровья уже. Давай, 30. Вообще несложно, я бы сказал. 20. Вот, пожалуйста. Вот это тоже берем быстренько. Еще разгончик. Бах. Замечательно. Ну и, в принципе, все, сейчас последний удар будет. Все, вуаля. Победа. Блин, да снимите вы бурундучка, в конце концов. Что вы его на всеобщее обозрение выставили? Ты думаешь, ты красноглазый сраный демон, девочка, можешь меня победить? Ты просрала битву. И большое удовольствие лови меня. Тебя тоже будет вознаграждение, но прежде я позвоню Тейлзу, и затем я свой милый мед, что-то возьму, милый мед, что? Что ты несешь, мудак? Привет, мой Тейлз Фокс Бро, с тобой все нормально? Привет, моя любовь, Соник, я тебя люблю, моя красавица, такой милый и сильный малыш. Не все уже. Тейлз, что за дерьмо с тобой? Блин! Да он спятил. Именно, дорогуша. А может я тебя поцелую? Нет, педрила. Лучше скажи, как найти красноглазого демона Сонику? Мой дорогуша Соник. Она увидела Сонику, и она хотела, чтобы она убила нас всех. Спасибо. Теперь... Я дам тебе вознаграждение, маленькая сучка. Я уберу твою прекрасную ухмылку, если ты уберешь мою ухмылку. Ой. Ха. Бывает. Немножечко небольшой такой слегка переломчик всего позвоночника, абсолютно, да. И каждого его позвонка, да, чуть-чуть. Ты меня победил, Ёж. Но я все еще могу убивать. Ты только подожди. Я вернусь. Я не знаю, с чем ты там вернешься, ты как дура туда-сюда носилась. Демо окончено. Слушайте, это еще будет продолжаться, да? Ну, я бы посмотрел. Мне кажется, это интересно. Это одна из самых интересных игр Sonic Exe, которые я, в принципе, могу вспомнить. Все, игра закрылась. Так, открылась. Закрылась, то есть, игра. Все, закончилось. Ну, давайте на этом будем завершать в таком случае. Если понравилось это Sonic Exe, вот это вот. Фимале вершун, да? Female-версия Sonic Exe, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.